Добрый день, с вами Империя Пикчер, и сегодня я покажу вам, как нарисовать дудочку карандашом. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите, обучайтесь вместе с нами. Рисовать будем в нашем классном скетчбуке от Империи Пикчер. В наборе у нас есть непромокайка для маркеров, которую сегодня мы использовать не будем, потому что рисуем карандашиком. Берем такой горизонтальный формат, карандаш мягкости B, и намечаем диагональку посерединке листа. Далее делаем разметку, где у нас будет проходить сама дудочка, начало, конец, и где-то у правого края, не доходя до середины, тоже сделаем еще одну пометочку. Далее возле диагонали нашей, которая является осью симметрии, начинаем простраивать с одной и с другой стороны толщину дудочки, стараясь сделать ее симметричной. В месте, где мы наметили чуть-чуть правее середины, там будет место у дудочки расширяться и затем снова сужается к краю, к правому. Здесь у основания будет немножечко расширенная часть. Мы создаем там эллипс, создаем затем у него толщину и далее начинаем набирать по форме тон до среднесерого тона. Заполняем так всю дудочку. Пока вы это делаете, я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео, и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Заходите, обучайтесь вместе с нами. Вот тут вот у краев создаем также округлые элементы, и вот на месте расширения там тоже добавляем два эллипса. Затем намечаем отверстия в дудочке, одно будет с правой стороны, затем три отверстия идет на равных расстояниях от, ну, где-то по центру, далее будет тоже три отверстия, одно из которых посередине более широкое, в нижней части дудочки. Далее мы начинаем затемнять левую верхнюю сторону дудочки для того, чтобы передать ее объем. Свет у нас, получается, будет с правой стороны, а слева, соответственно, она уходит в тень. Мы это место делаем потемнее, в месте, где у нас идет перелом формы. И получается, где соприкасается свет и тень, там будет наиболее темное место, поэтому мы его подштриховываем посильнее. Далее ластиком аккуратненько высветляем блики на свету. И карандашиком мягкости B дорабатываем краешек, чтобы он не был прозрачный и не пропадал, потому что блики у нас располагаются как раз таки где-то посерединке. И вот такая дудочка карандашом у нас с вами получилась. Присылайте ваши результаты к нам в Instagram, мы с удовольствием их посмотрим, опубликуем у нас на странице. Ссылка на Instagram в описании к видео. Напомню, что мы рисовали в нашем классном скетчбуке от Империи Пикчер. Найти эту и другие варианты красивых обложек вы можете в нашем магазине на Wildberries Империя Пикчер по ссылке в описании. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!